Мир был исправлен? Где находится Селя? Броня огляделась, светящийся дневник, который... Светящийся дневник, который она несла, немного успокоил ее. С возвращением. Ты выглядишь гораздо менее обеспокоенной, чем раньше. Я часть этого лабиринта. Я уже чувствую, как он рушится. Ты сильна. Я считаю, что должен сказать тебе правду. Что именно произошло в море квантов? Велт Ян сразился до последнего вздоха в море квантов. Он столкнулся с врагом, сила которого превосходит его. Он сражался храбро, но тщетно. Прежде чем он упал, Вельт использовал свою последнюю силу, чтобы создать барьер, отделяющий море от реального мира. Барьер. Этот барьер налагает испытание на любое разумное существо, пытающееся пройти через него. Правильно, Броня. Это великий лабиринт, в котором ты сейчас находишься. Физическая форма Велта исчезла. Его существование в море и есть этот лабиринт. Все, что ты здесь видишь, это части его прошлого. Замешательства и борьбы, которые у него были. И его стремление к надежде. Вельт пожертвовал собой, чтобы не дать змею войти в реальный мир. Проходи, я открою тебе последний путь. Это последний мир. Пройди через него. И ты пройдешь через лабиринт. Я стану твоей силой и приведу тебя к ядру разума. Ядро позволит тебе войти в само море. Но не держи его слишком долго, ибо это разрушит твою физическую форму.
Броня понимает. Пообещай мне, Броня. Не важно, что ты видишь или слышишь, не позволяй змею сбежать из этого места. Броня понимает, мировой змей — враг Брони. Броня не подведет Велта. С Богом, Броня. Последний мир впереди. Решите его загадку, и Броня получит проход в море квантов. Селе и камень желаний ждут Броню там. Звуки эхом отдавались в темноте. Вой ветра, взрыв, крики и... Вой ветра, взрывы, крики и рев монстров. Броня. Броня. Кто-то продолжал звать Броню. Но голос быстро заглушал какофонию. Это была симфония смерти, оркестр разрушения, эхом разносившийся по этой обугленной пустоши. Броня, проснись! Селе. Это тундра? Выглядит иначе. А, похоже, у тебя все хорошо, Броня. Ты только что упала лицом в снег. Киана. А? Я не добра к тебе. Но я думаю, что сотрясение сделает тебя идиоткой. Хватит дурачиться, Киана. Проверь свое снаряжение. Скоро мы вступим в бой с врагами. Мы здесь, чтобы нанести последний удар апостолу пустоты. Приведенная в действие реактором Ханкай, королева бездны, создала пространственный разлом, чтобы привлечь орду Ханкай. Апостол пустоты? Но Киана прямо здесь. Это должно быть второе извержение? Но почему Киана и Мэй появились в этом мире? Враги приближаются. Готовьтесь к бою, девочки. Что случилось? Все звери Ханкай уничтожены. Шум двигателя был слышен над валькириями. Куча тяжелых мех были выпущены из шаттла.
Мехи приземлились с оглушительным стуком. Среди них был человек, который медленно спускался, паря над снегом. Вы сделали это, Валькирия? Ну что? Велт? Он вырос в этом мире? Ты должно быть антиэнтропист. Будьте бдительны. Эта война далеко от завершения. Мои мехи пробьют их центр. Поняла. Мы ударим по их флангам и задержим их. Наконец-то мы благодарим вас за вашу поддержку, мистер Велт. Не верь никому, Валькирия. Это может убить тебя. Двигатель шаттлов снова взревел. Вельт и его мехи полетели к сердцу тундры. Впервые броня видит Велта Янга как властелин, как суверена антиэнтропии. Но ему стало холодно. Не таким его запомнила броня. Но он стал холодным. Не таким, как его запомнила броня. О боже, этот парень буквально умеет летать. Он должен быть боссом антиэнтропии. Это первый апостол? Он какой-то крутой. Щелчок пальцем, и все эти ханкаи звери просто исчезли. Конечно, я также читала, что надзиратель уничтожил первого апостола несколько десятков лет назад. Этот парень может быть фальшивый, верно? Я не слишком уверена. Я только знаю, что он создал антиэнтропию и поклялся бороться за человечество как апостол. Но с тех пор, как я стала Валькирией, я никогда не видела других людей из антиэнтропии. Похоже, эти пилоты не заинтересованы в том, чтобы подышать свежим воздухом. Подождите, а если он на нас нападет? Он тоже апостол, верно? Он может повернуться, он может пойти против нас в любой момент. Он только что спас нам жизнь, Киана. Броня тоже начинает что-то подозревать. Броня, что-то не так в этом мире. Это не школа Святой Фреи или приют. Это мир кажется опасным. Не бойся, Броня всегда будет защищать Селе. Мы говорили достаточно долго. Время двигаться вперед.
は全て消失。立社の従者は消滅したみたいだね。Мои сканеры ничего не фиксируют. Второй я апостол теперь беззащитен. Хо-хо-хо, у самодовольного апостола кончились головорезы. Пора свести счеты прямо сейчас. Ждать. Подождите. Сенсоры зафиксировали мощный всплеск энергии. Ханкай посреди поля. Что? Что делает первый апостол? Нам нужно уйти, сейчас же. Что происходит? Реакция «бей или беги». Самый примитивный, но мощный животный инстинкт. Тогда беги. Я бежал раньше, как раненый зверь, делая все возможное, чтобы выжить. Но тебе больше некуда бежать. Мы нас превосходят. Эти тупые мехи, они все приходят, все приходят и приходят. Этот парень создает их из воздуха? Ты, должно быть, шутишь. Помолвка не... Вмешиваться не рекомендуется. Броня предлагает вырваться и укрыться в безопасном месте. Мы отправляемся в вавилонские лаборатории. Внутренние коридоры и комнаты могут защитить нас от обхода с фланга. Мы должны двигаться быстро. Бам-бам. Мощный взрыв уничтожил темноволосую валькирию, прежде чем она успела закончить свои слова. Мэй, нет!
Ей не оставалось ничего, кроме маленького... тлеющего кратера. Что-то появилось из дыма. Это мех с тусклым фиолетовым свечением. Они были холодными и твердыми, как стальные надгробия, возвещающие неизбежный конец валькирий. Что? Она только что... Нам нужно идти.